Добрый вечер, уважаемые телезрители! Вы смотрите «Печорское телевидение. Информация для гостей и жителей нашего города». Мы приглашаем всех печорцев на юбилей. В субботу, 9 ноября в 17:00 состоится большой праздничный прямой эфир, посвященный 20-летию еженедельника «Волна». Мы будем с удовольствием принимать поздравления и дарить подарки. Не переключайтесь, впереди вас ждет прогноз погоды. Партнер программы «Прогноз погоды» – «Современная медицинская клиника». Многопрофильный медицинский центр «Современная медицинская клиника». От диагностики и постановки диагноза до комплексного лечения. Анализы, УЗИ, приемы врачей, гинекология, онкология, лечение зубов и протезирование. Действуют скидки для пенсионеров, инвалидов и членов профсоюзных организаций. Записывайтесь по телефону 30350. По данным синоптиков, завтра, 5 ноября, в Печоре ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой снег, ночью метель, ветер юго-западный, западный порывистый, до 10 метров в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха сегодня ночью и завтра днем будет -3, -5 градусов. Уважаемые телезрители, не забывайте, что объединение «Волна» – это еще услуги по рекламе на радио, телевидении и газете. Реклама – это просто. Звоните 356-90. Вы смотрели прогноз погоды. В студии была Марианна Левченко. Всего вам доброго. До свидания. Внимание! Акция! В компании «Топ Окна» действует скидка 15% на все. Для вас по сниженным ценам двери, окна и материалы для монтажа. Монтажная пена, подоконники, отливы, герметики, сэндвич-панели и многое другое. Окно под ключ 12 750 рублей. Спешите! Акция действует только до 15 ноября. Вас ждут по адресу: улица Свободы, 13, телефон 320-63.